Всем добрый вечер, мои хорошие. Я пришла с работы. Тут папулька затеял суп с копченостями варить. Уже порезал. Сейчас будет вариться, пока ребрышки. Да, вкусненький. Так жидкого прям захотелось, горячего. А то все второй, да второй. Ну, надо тоже, да? Потом же ну, это потом, да, сначала картошку. Ту картошку, которая огромная, вот сейчас ее режет. Нет, сейчас я вам среднюю режу. Средний. Я тоже ее порежу, сейчас я нормально на кувалда огромная, просто там, кувалда среди, огромная. Другая еще там больше у меня была. Ну, ну а я фруктиков купила, два вида яблок. Одни как-то называются отечественные, да, вот эти, по-моему. Они прям пахнут. Хоть они на вид, знаете... Ой, ну-ка понюхай. Ну, есть, вот я с яблоками пахнет. Но... Вот как с огородиком. Ну, как вот прям нормально. Да, нормально. Вот. Внешний вид у них не очень, но вот я люблю такие вот средние, яблоки. Чтобы вот так. Как вот как нормально. В лак вот такие зелененькие. Не фосфорные, да. Не вот бывает. Чтобы не фосфорные. Не воняют, но не пахнут вообще яблоки. Яблоками. И второй вид получается, как он, новый урожай. Вот они тут всякие разные. И как с красным. Красным тоже пахнут. Они все по 79 рублей за килограмм. Блин, да что выкатывается. Вот эти 79 и вот эти 79 отечественные. Два лимона взяла. Что-то у нас. Как ее учились? Квадратиками, да? Ну да. А ты сейчас пока с картошкой не заморачивайся, пока это сейчас отварится. Давай тогда воды замерзнет. А ты что будет, да. Два лимона. У нас все болеют, что-то опять чихают. Воды зальем. У Кати сильный кашель, вообще кошмар какой-то. И грейпфрукты взяла, вот такие грейпфрукты. 74 рубля за килограмм. Ну так, прилично. А лимоны, по-моему, по 89. Груши конференц по 189, по-моему, за килограмм. Но они что-то какие-то уже, знаете, как с коричневым, вот если так, ну, как битые. Резинки для волос. Сейчас я вас поставлю. Резинки для волос. Сейчас я вот так поставлю вас. То ли с другого магазина привезли. Я не знаю, там какой-то другой ценник был. Короче, по 11 рублей. Были какие-то детские заколки. Ну, такие совсем детские, как бантики. Вообще по 3 рубля, по 2 рубля. Вот такого плана. Ну, скорее всего, да, с другого, потому что здесь другая цена стоит. И они как бархатные. А ты там не спишь? Как бархатные, вот такого плана. Ну, то есть, вот дома мне нравятся такие, как они, не жгутики, вот такого плана носить. Ты же сам же все от наших друзей мешкоглазых, да? Значит, где-то в другом магазине, может, не продавались сильно, к вам привезли. Да. Могли так сделать. 11 рублей, хотя, ну, 56, допустим, да, написано. За 11 рублей чуть. Три штучки. Я помню, в Китае они вообще стоили на наши деньги. То ли 1 рубль, то ли 5 рублей. Полтора рубля будет, Лен. Это прям полтора, даже рубль. Нет. Полтора рубля? На наши деньги. Или рубль даже, Лен, что-то такое. Что-то такое, короче, прям мало. Целую связку берешь и там, ну, что-то вообще копейки, то ли. Знаете, связку берешь за полтора юаня, что-то такое. Полтора юаня, а там их много. Вот у таких резинок. Это еще, ой, какой год-то был. Все спрашивают, чего не сняла, когда Савка приезжал, типа, у вас, говорит, это веселая компания. Компания веселая была. Я говорю, так они матерятся же, блин. Кто матерится, Лен? Мы? Ну, вы. Ну, мы. Я говорю, сейчас лето, подожди, настанет, будем на дачу Савка ездить. У него сейчас отпуск в марте, в конце. У Савки? Он говорит, я уже в марте поеду на дачу, проверка. Да? Он месяц в марте, а потом осенью. Он делит в конце марта и потом осенью. Ну, конец августа, потом не лето. Отпуск. Ну, а Настя, наверное, тоже свой день рождения будет отмечать. Я как раз буду в отпуске. Так, как вот видишь, и это, и, ну, мать-то уже, когда конец марта уже и на улице-то тает уже. Да, и... мы, кстати, будем, у Насти будет палтос, будем юбилей Новый отмечать. Палтос. В этом да, году? В этом году. А мы можем, да, ну, с 30-м годом, да. И мы там задумали одну штучку потом в этом, ну, как, для всех не будем говорить. Лен, так у них юбилей получается, да? Юбилей у Насти будет. Ну. Да.
Так что дачные истории у нас еще будут. Ну а что там уже дача, конечно. Да. А Сережка сегодня выехал, да, с Иркутска? А я откуда знаю? По-моему, в понедельник он выезжает. Да, там перепутали Славка чей, кто чок дачу купил, кто говорит с Алтая. А мой брат, да, он в Алтай ездит, бывает там все, то мед, то еще что-то привозят. Сейчас они в Иркутске у дочери, то есть и где внучка. В понедельник, сегодня получается. А, только выехал? Да. Приедет только в среду утром? В среду приедет. Вот так, что кто-то все к нам в гости приезжает, там ты-ды-ты, как весело у вас. Лето будем снимать на даче, конечно. Дача, то есть да, получается с 1 по 14. Если праздничный день, то скорее всего у меня должен на день продлиться отпуск. Вот. Ну там же как конечно этот праздник же получается. Как но... День независимости. А говорит, будете там идти поливать их огородные конечно, дела? Конечно. Ну когда я там в отпуск, уже, да, без проблем. Там же что-то уже садить, Славка, собирает что-то садить. Славка будет садить, да. Ну что-то же будет рядом, блин, что-то садить. По-моему, немного, чтобы совсем там уже завал, блин. Но я не знаю, как они сейчас там будут грядки сейчас делать. Ну вот, так что дачный сезон. Будет открытый. Я тут венца себе налила, Пашка. А где мне конфеты? Какие? А, тут не было конфет. Нет, ну приглашай, а. Съешь конфеты, потом спрашивай, где мои конфеты? А я вот мишки свои достану. Какие мишки? Вот эти. А тут раз две лежали, сухарика она съела, я тоже не стал есть. Лед добавил. Дай мне еще один лед. На бери. На. Пашка режет, готовит. Я отдыхаю, да, Вакуля. Да не пытрика, точно. Блин, мне бы не распить. Ну ты что тут налитый чай, что ли? Не знаю. Кто его налит, пил вообще? Манька пила, тут пил. Фига ли, да, блин. Опа. Ой. Жизнь, погода хорошая? Ну, да, не погода. Ну, не холодно, пожалуйста. С осадком. Все-таки осадок. Где? Проник. Остался, но... Ну. Уже отцеживается, но... Ну, так я процеживал тогда, и что? Ну, вот еще равно, да. Это вот осадок оседает. Ну. Там все готовится. Не показываю, потому что он в трусах. Да, папуль? Только там все режет, готовит. Да я втягаю мясо. Отдельно лучок обжаривают с морковкой, еще будет добавлять помидор. Ну это помидорки туда, туда, в обжарку. Да, вкусненько уже пахнет. Как раз не туда. Красота. Красота вообще. Ну вот наша соляночка готовится. Маслин не было. Лимончик добавила. Я же сегодня покупала лимон. Пашка сам все готовил, резал, тушил, варил. Я даже палец о палец ничего не сделала. Чувствую, вкусно будет. Ну а сейчас венца допила. Пашка пиво немножко. Сейчас немножко 19 минут потушится, поварится и буду выключать. Ну а я с вами на сегодня, мои хорошие, прощаюсь. Завтра иду на выходные, на 2 выходных. И вновь увидимся. Всех люблю, целую. Пока-пока.